Нам с папой так не везет в день рождения. Вчера папа был такой несчастный, такой потерянный. Еще это Лиза со своими друзьями. Вот мама никогда бы так не поступила. Она папу любила. О, Жень, привет. Извини, не заметил-то. Чуть с ног не сшибло. Да ладно. Рассказывай, давай, как свидание это прошло. Че, в Коль-то пришел? Нет, это не придет. Может, у него что-нибудь случилось? Да ничего у него не случилось. Жень, подожди, Жень! Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы неведомо куда. Мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько будет. Вот если я вот это вот не прочитаю, то у меня проблемы будут по алгебре. Дашка, я ушла из дома. Опять? Что на этот раз? С отцом поругалась. Ты там все вместе. С Машей проблемы? Свалила Маша. А нафиг ты тогда ушла? Ты достала мне это все. Отец ударился в страдания. Прикинь, у них с этой Машей будет ребенок. Мальчик или девочка? Знаешь, не спросила. Ну классно, Лер, будет у тебя и сестренка, или братик. Не хочу я ни того, ни другого. Не Машу его. Меня вообще никто не спросил. Лер, ну что ты за поругу-то несешь? Ну что они будут у тебя спрашивать? Можно мы будем жить вместе, может, мы ребенка заведем. Ну почему бы и нет? Я что, пустое место? Тебе хорошо, у тебя мама есть. Ну, Лер, ну что ты? Ну, хочешь, живи у меня. Хочу. А что мы маме твоей скажем? Что-нибудь придумаем. Петр Степанович. Уделяйте внимание своему внешнему виду. Вы должны научиться делать акцент на своих достоинствах, давая возможность вашему избраннику делать вам комплименты. А ты
отметьте, пожалуйста, что книга сдана в срок. Ирина Ренатовна, а вы могли бы дать мне совет? Боюсь, что я ничем не смогу вам помочь. Обратитесь к кому-нибудь, кто книжки сдает вовремя. Очень даже сможете, Ирина Ренатовна. Вы всегда так хорошо выглядите. Как вам это удается? Вы такая красавица. Ну ладно, что там у тебя? До сих пор не общаетесь? Да-да. Да вы что, столько же времени прошло. Ну что я могу сделать? Ну, хотя бы поговорить. Я боюсь. Ну и дура. Ты должна выяснить с ним отношения сегодня же. Учти, я от тебя не отстану. Шухер, терминатор. Вот здесь написано, что нужно больше уделять внимание своему внешнему виду. Вы могли бы дать мне несколько советов? А что ты читаешь? А помнишь, ты оставила несколько книг? Так вот, среди них я нашла одно очень любопытное пособие. О! Это полная ерунда. Сама пробовала следовать советам, но, увы. А вот и не ерунда. Советы действительно работают. Любопытно. И кто же твой избранник? Подожди, попробуй сама догадаться. Витенька Степнов. Ирина Ренатовна. Ну и как? Он меня вчера домой провожал. Ну надо же. Похоже, действительно работает. Так вот, здесь написано, что нужно сделать акцент на моих достоинствах. Я не знаю, с чего начать. Ну, попробуй сменить гардероб. Носи что-нибудь посексуальнее. Ну, юбочка покороче, вырез поглубже. Нет, мне это не подходит. Слишком дорого. А может, как-нибудь иначе? Ну, косметика у тебя есть? О, косметики у меня много. Вот это целое богатство. Попробуем что-нибудь сделать. Так, докатились. Сначала не знали, что с мальчишками делать. А теперь девчонки мордобой устроили. Кто затеял драку? Это все Алехина. Мы сидели с Полиной, просто разговаривали, никого не трогали. Тут влетает она, но мы ничего не сделали. Ой, да врет она все. Алехин, ты больная, тебе психушку надо. Прекратите базар. Да Николай Павлович, она мне даже прическу испортила. Цыц, я сказал. Алехина. Вот от кого от тебя, честное слово, не ожидал. Не ожидал. Вот Елизавету Матвеевну еле валерьянкой отпоили. Совсем скатилась. Сначала оценки, а теперь вот драку устроил. Прокофья, ты что молчишь? Мне нечего сказать. Конечно, вот кулаками махать. Нечего ей сказать. Значит так, не хотите по-хорошему, будем как получится. В понедельник все придете в школу с родителями. А теперь шагом марш. Без фокусов там! Психопатка! Ты не трогай ты ее! Ты еще покусает! Прости, тебе из-за меня влетело. Я просто не сдержалась. Так вы чего дрались-то? Ты что, правда первая начала? Да потому что это Лужина Зеленова мне смс-ки писали, а не Коля. Как? Из Кейрда они меня пригласили, а не он. Вот уроды! Женька, ну не плачь, ну все будет хорошо. Давай. Здорово. Привет. Ну как твоя нога? На месте. Вот разрабатываю каждый день по 2 часа. Больно, да? Да нет, долго. Хотелось поскорее на скейт встать. Антон, давай мириться. Я не могу так больше. А мы разве ссорились? Ну, не показалось. Что? Да так. Кстати, мы с Аней помирились. Здорово. Только до сих пор не понимаю, что с ней не поделили. Да, уже не важно. Ладно, все хорошо. Пойдем скорее, урок начинается. Пошли. Thank you.
ты... А это не слишком вызывающе? Ну, ты же хочешь поразить своего героя прямо в сердце. Но если не нравится, можно смыть. Нет, все хорошо. Просто как-то непривычно. Спасибо, Арина Ринатовна. Да не за что. Обращайся, если что. Я побегу. Так. С внешностью разобрались. Что у нас дальше? Ага. Для того, чтобы установить более тесный контакт, будьте всегда рядом со своим любимым. Выясните кулинарные предпочтения вашего избранника, приготовьте ему то, что он больше всего любит. Ха, ну это самое простое. Видеть их всех не хочу. Анька, ты, может, вернешься, а ты еще потом летит за то, что уроки прогулял. Да ладно, мне и так попадет за драку. Да и потом я друзей где не бросаю. Чем меня дома ждет, подумать страшно. Слушай, а пойдем в парк? Зачем? Развлекаться. Что ел, что не ел. В животе все равно урчит. Надо было взять 3 порции. Молодые люди, вы случайно не из буфета? Оттуда. И что там сегодня дают? Как всегда, все самое вкусное разобрали. Осталась только творожная запеканка. Я ее ненавижу. Ну надо же что-то есть. Ну что же, пойду отведаю вашу невкусную творожную запеканку. Значит, не можешь терпеть, поэтому взял только 2 порции. Спорт забирает очень много энергии, а творог, между прочим, содержит очень много кальция. А мне, как спортсмену, это очень важно. Ага, творог. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте, Светочка. Прекрасно выглядите. Виктор Михайлович, я пришла вас поблагодарить. Вы мне вчера так помогли, и я без вас бы ни за что не справилась. Да что вы? Всегда рад помочь. Спасибо, так благородно с вашей стороны. Вы такой сильный. Не стоит. Такой высокий. У вас такие мышцы. Спасибо. Костюм очень красивый. Свисток вам очень идет. Такой большой. Простите. Очень смешно написано. Спасибо вам, конечно, Светлана Михайловна. А что это сейчас происходит? Вы разыгрываете меня, да? Нет, я правда так думаю. Ну? Что? Вы разве ничего не замечаете? Ах, мужчины, у меня новый макияж. Ах, да. Вам очень идет. Правда? Вы такой внимательный. Ну, я пойду? Да, идите. Сейчас было. Приятель, по-моему, ты попал. Анька, вот заболею, умру и не буду никого мучить. Дурочка ты. Вот почему я всем не нравлюсь? Кому это всем? Вот Коля Платонов. Да твой Коля Платонов даже ни о чем не подозревает. Это же все Ритка подстроила. Он даже не знает, что ты в него влюблена. Да вот именно, что ему пофигу. Ты я себе все придумала. А вот это вот ты себе тоже сама только что придумала. Ты же не знаешь, что у него там на уме? А у меня для тебя сюрприз есть. Да. Спасибо. Открывай скорее, интересно. Смотри. Ну, я же говорю, не все потеряно. Смотри, книгу кто-то оставил. Виолетта Таций. Счастье, когда тебя кто-нибудь ждет. Актуально. Ты читала? Нет. Я тоже не читала. Смотри, что написано. Прочитай и выпусти книгу на волю. А это как? Сейчас
сообщаю тебе электронный адрес. Просьба написать информацию, в чьи руки попала данная книга. С приветом, буккроссер Матвей. Кто? Какой ты буккроссер? Это кто? Я вот тоже не знаю, кто это. Хотя бук – это значит книга, а кроссер… Кросс – это пересекать. Это что значит? Книга-пересекатель? Мячик пожалей. Хороший бросок. Ну вот чего ты на тренировке не ходишь? Потенциал-то большой. Вот пришла. Ну что с тобой? Чуть не убила. Я? Извините, больно? Да нет. Даже приятно. Что случилось-то? Да мама с папой из головы не выходит. Еще какая-то тетка приходила, сказала, что работала с мамой и папой в Нигерии. И что рассказывает? Да ничего. Просто она какая-то странная. Мне показалось, что она у нас дома что-то искала. И еще ей дед отдал папины бумаги. Зачем? Она сказала, что это поможет освободить моих родителей. Обещала позвонить. И что, позвонила? Давай ей позвоним. У тебя номер есть? Да, у меня есть телефон. Вот. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия? Странно, недоступно. Ты подожди расстраиваться. Может, еще не так плохо, как ты себе представляешь. И вообще, ты, Ленка, знай, что если что, то я всегда рядом. Чего опаздываем-то? Тренировка давно началась. Мячики взяли, разминаться. Бегом. Ну, чем займемся? Не знаю. Может, уроки поделаем? Фу, тоска. Хочется каких-нибудь приключений. Лер, хватит тебе уже приключений. Их и так у тебя в последнее время слишком много. Приключений никогда не бывает много. На-на-на. На-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Прикольная, новая. Завидую я тебе, Натах. Ты вон всю жизнь увлекаешься музыкой, а меня больше 3 дня не хватает. Ну, ты ведь играешь в группе, значит, тоже увлекаешься? Ну да, пока мне это интересно. А я хочу вот как ты, на всю жизнь. Наташка, я гляну почту. Олей, я что-нибудь поесть пока поищу. Сядешь и положишь яичницу в тарелку, а? Что за мода есть на бегу? Ты сегодня никуда не торопишься. У тебя выходной день. Между прочим, воспитанные люди едят вилкой и ножом. Я, конечно, не говорю о салфетке. Перестань облизывать пальцы. Облизываю, потому что вкусно. Мам, ты что, не с той ноги, что ли, сегодня встала? У тебя других дел нет, как меня донимать? Я просто хочу, чтобы ты была счастливой. Мысль интересная. Мамочка, ну расслабься, сегодня же выходной. У меня, между прочим, разгрузочный день, а ты меня расстраиваешь. Ты что, на диету села? Ну и что такого? Я просто хочу быть в форме. Да ничего, просто раньше об этом никогда не думала. А вот теперь думаю. Алло. Сейчас. Какой-то Иван. Алло. Да, это я. А, договаривались? Сегодня? Нет, конечно, помню. Как? Уже час ждешь? Да нет, ну я просто из головы вылетела. А куда приехать? Не надо, как под окном. Сидишь в машине? Сейчас бегу, ага. Что пишут? Наташка, это тема. Слушай, клуб «Изнанка» приглашает окунуться в мир ночных приключений. И что это? Это то, что нам надо. А что за приключения? В общем, они в этом клубе «Изнанка».
любители бродить по заброшенным местам, добывать улетные фотки, трэш всякий. Вот, смотри, например. Да, что-то мрачновато. То, что надо. Значит, фотик у тебя есть, нам нужен еще фонарь. У вас есть фонарь? Никуда я не пойду. Ну, Наташка, ну это же здорово. Адреналин, ну мне нужны новые впечатления, ну пожалуйста. Тебе нужны, и ты иди. А мне и дома неплохо. Ну ты же не бросишь подругу одну? Ну а если с нами что-нибудь случится? Ну если так думать, тогда вообще никуда ходить нельзя. Мы осторожно все разведаем. Ну а если что, дадим дёру. Не знаю. А как ты знаешь, куда надо идти? Наташик, ты настоящий друг. Тут есть номер Аськи их главного. Его охотник зовут. Сейчас напишем и все узнаем. Так. Мам, ты куда? Это кто? Так, не нужно вопросов. Ты что, не видишь, меня человек целый час дожидается? Что лучше, юбка или брюки? Мам, что за хмырь? Это не хмырь, это Иван Андреевич. Включай утюг. Откуда он взялся вообще? Друг молодости. Он за мной ухаживал, а я уже папу твоего любила. Вчера меня в магазине окликнула, а я его не узнала. Представь, сколько лет прошло. Совершенно не ожидала его встретить в Москве. Да, дела. Между прочим, очень интересный мужчина. Ну что, костюм? Он тебя старит. А платье? А платье полнит. Ты что, надо мной специально издеваешься, а? Где мои новые перчатки? Мам, как же папа? При чем здесь папа? Он устроил свою личную жизнь. А я чем хуже? Как же я? А что ты? Ты со мной? Вот они. А если папа вернется? Папа не вернется. Он уже свой выбор сделал. Мам! А если не выбрал? А это уже его проблемы. Алло, я вылетаю? Кто? Классный руководитель. Здравствуйте, Елизавета Матвеевна. Да, это мама Ани. Да. В понедельник в школу? Директор вызывает. А что случилось? Нет, не рассказывала. Подралась? С кем? С девочками? Ну, конечно, приду, да. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Так, ну что это такое? Ничего особенного. Подругу защищала. Какую подругу? Женю Алехину. Ритка сама напросилась. Господи, ну за что мне? Ну за что мне все это? Вот пусть твой отец идет с тобой и разбирается там. Мам, ну не ходи ты к нему. Еще чего не хватало. Так, все, отходи. Ой, я утюг выключила? Выключила все. Ну, мам, ну пожалуйста. Сколько раз я тебе говорю, не называй меня этим дурацким именем. А как тебя называть, если ты Антошка? Антошка, Антошка, Антошка. Вот же коза. Здорово, падай. Тренируешься? Да достал уже. Хочу поскорее на доску встать. Что врач говорит? Ты ничего не разрешает. Говорит, есть вероятность получить новую травму. Понятно. Слушай, там Яков про тебя спрашивал. Интересовался, когда вернешься? Да хоть завтра только. Вот. Когда у вас соревнования? На следующей неделе. Понятно. Слушай, Антох, ну не расстраивайся ты так. Через полгода еще одни будут. Да через год тоже будут. Еще черт знает, сколько это лечение продлится. Потом еще форму восстанавливать. Ну форму ты быстро восстановишь, ты же профи. Да ладно, прорвемся. Вот, это другой разговор. Как у тебя с Аней? Никак. То он до сих пор не разговаривает? Угу. Ну, ты еще не придумал, как к ней подкатить? Не придумал. Ну, смотри, долго будешь думать, ее кто-нибудь возьмет и уведет. Слушай, что ты приперся, а? На нервы мне капать. Все, все, хорошо, извини. Я вообще-то пришел фотки тебе с тренировки показать. Ну, если не хочешь, если не интересно, могу уйти. Да ладно, подожди. Показывай фотки. Вот, кто-то же.
Петр Степанович, вы как раз вовремя, я чайник вскипел. Вы хотите чайку? Я пироги с капустой испекла. Я так люблю ваши пироги. Только не до пирогов мне сейчас. Что-то не так? Нет, все так. Вы не хотите мне что-нибудь сказать? Хочу. Только как-то сразу так вот я как-то не решаюсь. Ну, Петр Степанович, ну что вы? Давайте, я давно догадалась. Откуда вы знаете-то? Это было нетрудно. Да? Ну давайте, давайте. Мне так приятно, так неожиданно. Правда? Спасибо. Это только 2 часа. Я туда и обратно. Посылку получу и обратно. Какую посылку? Да брат у меня, Геннадий, с севера посылку прислал. Так вы подежурите. А пакет кому? А, пакет? Тоже вам. Света Данилина из 5 Б попросила посторожить. Сила покараулить. Пусть она вот здесь постоит у вас. Хорошо? Как хорошо, что вы согласились. Спасибо вам. Так я побежал? Идите. Спасибо еще раз. Елена Петровна, совсем забыл. Угу. Еще что-нибудь покараулить? Нет. Там идиота показывают. А у меня 2 билета. Может быть, вечером сходим? Говорят, такая жизненная постановка. Что это? Мне просто так неожиданно. Даже не знаю, мне очень приятно. Я согласна. Хорошо. Вы покараульте. Пожалуйста, проходите. Ага, мы вам рады. Добро пожаловать в парк. Нас тут ждут крысы-мутанты и гигантские пауки. Ну и что здесь за номер? А, ничего не понятно. Ну и где твои члены клуба «Изнанка»? Может, свалим? А пока не поздно. А как же охотник? Они наверняка нас ждут внутри, нафоткали уже всего. Мы ж, как всегда, опоздали. Ну ладно, пошли. Драку устроила? Ага. Успеваемость снизилась? Понял, Елизавета Матвеевна, я все понял. Да, в понедельник у директора в 9, да. Да, всего доброго. Да вы не беспокойтесь, мы примем меры. Ну и как это понимать? Она сама напросилась. Кто? Рита Лужина. Да мне плевать на эту Риту Лужину! Володя, Вовочка, я тебя очень прошу, пожалуйста. Ты что, без медали хочешь остаться? Я работаю, работаю день и ночь, и все для твоего же благополучия. Скоро найму тебе репетитора по-русскому. А знаешь, сколько он стоит? Мать узнавала, $50 в час. За английский твоему репетитору тоже бешеные деньги плачу. Ты пойми, престижное образование сейчас прежде всего. Значит так, твоя задача. Закончить школу с медалью и поступить в юридическую академию. И попробуй, только не поступи на бюджет. Убью. Это трэш. Лер, ты слышала? Это привидение. Хватит прикалываться, а? Я не прикалываюсь. Я в журналах читала, что привидения любят водиться вот именно в таких домах. Лер, хватит, я сейчас уйду. Шутить уже нельзя. Иди сюда, трусиха. Ничего не трусиха. Пойми, юрист – это сейчас путевка в светлое будущее. Юрист – это зарплата в $1000. ЗП – это не главное. Что такое ЗП? Зарплата. Ой, да что ты вообще понимаешь? 15 лет назад в России не было ни одного миллионера. А сейчас это родина олигархов. И запомни, если девушка не красавица, то ей надо быть умнее в 2 раза. Что?
Значит, я урод? Да нет, я не это имел в виду. Ну что ты? Тогда мое место в зоопарке. И после школы я пойду работать слонопротирщиком и буду счастлива. Да я не это имел в виду. Да что ж такое, в конце концов? Не понимаю, что здесь интересного? Сплошная рухлядь. Я сама пока не вырубаюсь. Надеюсь, этот охотник нам все объяснит. Вера. Мне это все не нравится. Да ерунда. Сквозняк, небось. Не понимаю, зачем я с тобой пошла? А вдруг здесь маньяки водятся? Останется от нас с рожки до ножки. Так, не ной, без тебя тошно. Что у тебя случилось-то? Спасибо, что пришла. Я уже околела совсем. У тебя по телефону такой голос был. Вообще жесть. Ты просто не представляешь, что у меня дома творилось. Меня отец чуть не убил. Бедненькая. Что теперь делать? Да ничего. Посижу здесь, подожду, пока он отойдет. И домой пойду. Он меня отходчивый. Посидишь со мной? Да посижу, конечно. Сколько надо. Тебя мама искать не будет? А, у нее свидание, ей все равно. Слушай, я написала по адресу, который был в той книжке. Какой книжке? Ну, помнишь, мы с тобой книжку нашли? Вообще, я теперь знаю, кто такие буккроссеры. Сейчас тебе прочитаю. Я вот тут распечатала. Смотри. Буккроссеры — это люди, помешанные на книгах. Они не просто читают, а еще занимаются книговоротом. То есть обмениваются книжками весьма необычным способом. Оставляют в кафе, в метро, в скверах, чтобы их прочитало как можно больше народу. Прочти и подари книге свободу. Но главное, чтобы человек, который найдет эту книгу, прочитал надпись в конце и потом поставил туда свою подпись. Таким образом, все хотят, чтобы у книги был интересный путь. А если уж книга с границы перейдет, так это вообще высший пилотаж. Какой в этом смысл? Ну, наверное, они так хотят поделиться своими впечатлениями. Так вот, если хочешь, мы можем сегодня встретиться в кафе под Мухой. Это смешной подвальчик во дворе в двух шагах от Пушкинской. Пойдем? Пойдем. Алло? Какая разница, где я? Да? Хорошо, я сейчас буду. Анька, у меня не получится с тобой пойти. Мне вот мама позвонила. Ну ладно. Что ж делать? Я тебе потом все расскажу. Пока. Может, в сторону потянуть? В какую? Ее наглухо заклинило. Что теперь делать? И телефон тут не берет. Надо найти фонарь. Может, со светом будет ясно, что тут с дверью. Я искала, закатился куда-то. Ну ты еще поищи. Пошарь по полу руками. Ага, умная какая. А если там крысы? Да все крысы разбежались уже от нашего визга. Вот что ты заорала? Чего-чего, испугалась. А сама-то я чуть не оглохла. Я заорала, потому что ты заорала. Настращала маньяками. Нашла. Черт, сломалась. Вот что теперь делать? Вот заладила, что делать, что делать? Я откуда знаю? Реши сама. Ты меня сюда затащила? Вот ты и придумывай. Если бы не ты, сидела бы сейчас дома в тепле и уюте. Ну и сидела бы, что поперлась? Ты меня уговорила. Ничего. Кто это? Надеюсь, не маньяки. Тихо, Лом. Привет, Людмила, пожалуйста. Нужно глаза отсюда вырезать. Есть. Ничего, все равно найдем. Возьмем тепленькие. Не очень хорошо. Мама. Антон, мой руки и садитесь уже. Я вас зову, все остыло. Мам, ну что ты как с маленьким? Я уже давно руки помыл. Вот именно что давно. Вот иди и не спори, мой руки. А что, у нас праздник какой-то?
Да? Странно, я что-то никакого не помню. А у нас папа, между прочим, сегодня годовщина свадьбы. Блин, мам, извини, забыл. Поздравляю. Папа звонил? Конечно. Он, в отличие от тебя, между прочим, провалами в памяти не страдает. И вот смотри, через курьера какой букет передал. Ой, розы. Он всегда мне в этот день розы дарит. Розовые? Да, мои любимые, между прочим. Первый раз мы с ним годовщину не вместе отмечаем. Мам, ну ты же знаешь, что папа не виноват, что у него командировка. Угу. А мне надоели его командировки. Он мотается вон из одной в другую. Ну ты вспомни, он последний раз вообще меньше суток дома был. Мам, а как вы с папой поженились? А что это за вопрос? Почему тебе стало интересно? Ну, если спрашивают, значит надо. О, по-моему, мой сын влюбился, а? Ну, и кто она? Наташа? Нет, не Наташа. Мам, ты ответишь, да или нет? Ну, я же хочу знать про девочку, в которую влюбился мой сын. Она красивая? Да, да, мам. Ну, ладно. Папа твой очень красиво за мной ухаживал. Я сначала на него никакого внимания не обращала, но он не унимался. А что он делал? Ну, он сам подходить стеснялся, поэтому передавал мне цветы через посыльных. Через каких посыльных? Ну, через вахтершу в институте, например. Я каждый день приходила на занятия, а она мне каждое утро раз и букет. Ну, я ее пытала. Она молчала, как партизан. Подожди, а как ты узнала, что это папа? Да он сам раскрылся. Ну, я же сначала думала, что цветы от Сашки с параллельной группы. Он мне, кстати, нравился, и мы с ним стали встречаться. А папа что? Ну, а Коля не выдержал и раскрылся. Сашка-то мне говорил, что цветы от него. Ну, вот. А когда я узнала, что нет, конечно же, мы с ним поссорились. Так что, если бы не вся эта история с Сашей, еще неизвестно, сколько бы все это длилось, потому что папа твой был очень нерешительный мужчина. Ой, а знаешь, как он мне предложение сделал? Я утром просыпаюсь, а к балкону 5-го этажа привязана связка шаров и записка. Выходи за меня замуж. Вот так. Да я охнула, это же 5-й этаж. Ну вот, я и согласилась. Вот дает. А цветы-то были? Конечно. Розовые розы. Ух ты! Тортик! Так, Агаша, сначала ужин, а потом тортик. Садись. Полка буккроссеров. Прочитал книжку, отдай другому. Это наш девиз. О, Димыч, привет! Здорово. Ты что на лекциях не был? Я проспал все на свете. Я не туда уехал, полночи добирался до дома и поэтому вот не смог прийти. Здрасте, меня зовут Димыч. Аня, очень приятно. Очень приятно. А я к вам подойду попозже. Выбирайте пока. Давай, Димыч. Опять муха. Муха. Знакомься, это мой друг Андрей, специалист по мухам. А это Аня. Очень приятно. Мне тоже. Андрей знает про мух просто все. Он даже их коллекционирует. У него их... Сколько у тебя в коллекции их? Да практически 100. Понятно. Сегодня здесь конкурс. Приз за лучшую муху – бутылка текилы. Ничего себе, щедро. А ты что будешь? Просто здесь хорошие коктейли делают. Хочешь грин-мамбу? Грин-мамбу? Ну да, замес такой. Джин, блу-курасау и апельсиновый сок. Ну, можно попробовать. Димыч! Да? Принеси, пожалуйста, Ане грин-мамбу. Хорошо. И мне ангельскую чесотку. Угу. И конструкторскую лапшу. Да, кстати, будешь? Чего? Это хит сезона, конструктор из лапши. Попробуйте и все сами узнаете. Давайте. И я вам принесу новую горящую свечку. И вот это подарок лично от меня. Это музыкальный инструмент наподобие волынки. Ну, в общем, разберетесь. Спасибо. Очухались? Видать, дурь-то сильная была. Повторяю, мы не наркоманки. Мы пришли сюда фотографировать. А мы позировать. Умнее ничего не могла придумать? Но я правду говорю. А я вам верю.
Вот поедем в отделение, там отдохнете, следователю все расскажете. Я же объясняю, мы сюда пришли в клуб, здесь у них проходит собрание. Ну, собрание это нам знакомо. Здесь наркоманы со всей округи каждый день собираются. Давно про это рухли снести. Так, все, хватит разговаривать, садитесь в машину. Мы с вами никуда не поедем, вы не имеете права нас ни за что задерживать. У меня папа милиционер. Вот поедем в отделение, там разберемся, кто папа, кто мама. Они, небось, не знают, чем их детки занимаются. У меня папа начальник, он знаете, что вам сделает? Знаем, знаем. Заводи, а вы машину давайте. Детки. А здесь интересно. Ну, здесь обычно тусуются артисты, художники и сценаристы. А ты кто? Я Матвей. По совместительству художник. Студент второго курса художественно-промышленной академии. А ты где учишься? Я еще в школе учусь. Аня, красивое у тебя имя. Не надо удивляться, почему я так быстро, потому что... Потому. А конструктор еще готовят. Я хотел тебя спросить про шоу. Ты пообещал пригласить. Я тебя приглашу в следующее воскресенье. Сейчас там просто много работы за парком. Спасибо большое. Свечку я, конечно, принесу, я же обещал, но побольше. А что за шоу? Это шоу съедобной косметики. Проводится в одном из самых престижных клубов. Вот, и меня пригласили туда оформить. Если все будет окей, то ждут хорошие перспективы. Но мне в последнее время везет. Вот тебя встретил. О, мелодия знакомая. А ты чем занимаешься? Музыкой. У нас в школе своя рок-группа. Да? И как называется? Ранетки. Такие маленькие яблочки? Да. Прикольно. И ты поешь? И на гитаре играю. Может быть, сыграешь что-нибудь? Прям здесь? Гришич, дай, пожалуйста, девушке гитару. Конечно. Спасибо. О тебе все мысли, о тебе все слезы для тебя, все песни до последнего дня. Может быть, не поздно, может быть, не вместе, может быть, забуду и уйду навсегда. А тебе... Объяснить, зачем вы поперлись в этот подвал? Я уже говорила. То, что ты говорила, можешь своим подружкам рассказывать. Если уж врешь, то ври убедительно. Я правду сказала. Мы с Наташей в интернете прочитали про ребят, которые ходят по заброшенным домам и фотографируют. Ну почему ты мне не веришь? Да потому что вышло из доверия. Ну хочешь, я тебе этот сайт покажу? Там все написано. Не надо. Ну хорошо. Пусть так. Но ты должна была думать своей головой, что это опасно. С вами могло случиться все, что угодно. Ты об этом думала? Нет, ты не думала. Знаешь, сколько таких дурочек, как вы, находят по подвалам, лесополосам? Молчишь? А я вот знаю. Вер, чего ты добиваешься? Когда ты угомонишься? Наташу с собой потащил. Ее мать, он еле валерьянкой отпоили. Я не думала, что так получится. Вот именно. Представляешь, сколько мне придется оправдываться перед коллегами, что моя дочь не наркоманка. Да тебе же наплевать. Что толку с тобой разговаривать? Пап, ты куда? На работу. У меня, между прочим, еще дежурство. А ты ложись спать и из дома не ногой. Впрочем, делай, что хочешь. Предложение. А что, если ваша группа выступит на нашем шоу «Съедобной косметики»? Я договорюсь.
Причем ты для них тоже хороший рекламный ход. Поющие девчонки. Да и реклама их не съедобной косметики. Ты серьезно? Ты думаешь, мы им подойдем? Мы же неизвестные. Я завтра поговорю. А у вас есть записи? Есть одна демка, но она так себе. А фотки? Есть фотки с концерта у скейтеров. Ага, значит, любительские. А хочешь, я сделаю вам фотосессию? Ты серьезно? Да. Правда-правда? Конечно. Супер! Девчонки будут так рады. Слушай, а приходи к нам на репетицию. Приглашаешь? Ну да. Ну тогда обязательно приду. Отлично. Ну ладно, тогда до встречи. До завтра тогда. Пока. Так поздно гуляешь, а? Еще ж совсем не поздно. Как твое свидание? Никак. Это что за выражение лица? Ты что, выпила? Да. То есть нет. Мам, мне кажется, влюбилась. А теперь...